start the day yet. Ребят, всем огромный привет, добро пожаловать в новый влог. С вами я, Ирина, и вы на моем канале Иреска Влог. Начинаем по традиции с завтрака. Сегодня у меня на завтрак будет кусочек тортика. Это тот тортик, который я не попробовала вчера, в день своего рождения. Уже не хватило у меня места в моем желудке. Кстати, вчера никто не ел торт. Мы просто не смогли. Сегодня хочу попробовать. Немножко салата у меня вот тут. Это салат с куриной грудкой и с ананасом. Есть еще сыр копченый, кружка кофе обязательно. Очень хочу кофе. И Захарик с утра завтракал, оставил мне одну роллинку. Роллы. Сказал, мамочка, обязательно скушай. Это я оставил для тебя. Немножко, ребят, расскажу, как вчера прошел мой день моего рождения. Было очень-очень душевно, по-семейному. Мы ездили в кафе. Ну, сначала, изначально, с утра мы поехали в поликлинику, повезли Миланушку. Милашка у меня заболела, простыла, сидит на больничном, поэтому вчера сначала пришлось нам съездить в поликлинику. А пока мы были в поликлинике, супруг у меня свозил нашего Персика на прививку. Персика отвезли домой, съездили на мойку, помыли машину. И потом уже поехали на развлекухи. После кафе наши посиделки уже продолжились дома. Приехала вечером Ангелинка, моя старшая дочь. У нас ночевала, с ночевкой оставалась. Сыночка дождались с учебы старшего. В общем, было очень здорово. Было много эмоций, подарков, поздравлений. Очень здорово посидели. Мне прям понравилось. Кайфанула прям я от этого дня рождения. Обычно я свой день рождения не очень люблю. Но в этот раз прям было очень здорово. Ангелинка мне, кстати, подарила такой классный набор девчонки. Ну, это чисто для девочек тема. Набор косметики, уходовой косметики. Малышка моя знает, что любит мама. Покажу вам чуть позже. Давно я хотела попробовать такую косметику, но все как-то вот не получалось. И цена как бы кусается, и все боялась нарваться на подделку, потому что, допустим, если заказывать на ВБ или на Озон, есть большая вероятность нарваться на подделку. Ну вот дочь моя меня удивила, купила мне такой набор классный. Мы уже все пробили по штрих-коду. Это оригинал. А если оригинал, значит эффект по-любому будет. Я очень довольна. Муж подарил мне такие классные розочки. Хоть я розы и не очень люблю, ну вот какая-то я вот такая странная, но в этот раз прям было очень приятно. Красивые розочки. Конечно же, розочками, одними розочками дело не обошлось. Были и другие подарки, но об этом я не буду говорить. Не буду рассказывать, что это было. Пусть это останется в семье, наша семейная будет. Но подарки вот такие.
Как я люблю праздники, дни рождения, Новый год. После них можно ничего не готовить. Вот и сегодня. В принципе, наверное, сегодня ничего не буду готовить. У меня все есть. И ужин есть, и борщ есть на обед, и салатики есть. Замечательно. У нас сегодня, кстати, такой морозяка на улице. Минус 13. Холодно. На улице холодно, и дома как-то не очень так уютно. Я вспоминаю, когда жила на Камчатке, детство мое прошло там, и детство, и юность, и, в принципе, такой уже осознанный возраст прошел у меня там. И вот родительский дом, дом моих родителей, он с печным отоплением. И вот там любые морозы нипочем, я имею в виду, когда в доме печное отопление, это совсем другая атмосфера, конечно. Сейчас современные дома идут в основном все с газовым отоплением. Это, конечно, абсолютно не то. Нет вот этого такой вот обстановки, вот этого кайфа, когда топится печь, трещат дрова, и дома очень уютно становится, тепло. Конечно, хорошо, газовое отопление тоже здорово, но вот все равно нет того шарма. Так здорово печечку затопишь, дома теплышко, дрова трещат, запах вот этот вот еще древесины, дров. Красота. Лидочка, ты у нас линяешь, зайка? Малышка, линяешь по всему дому твои волосюшки? Лидуся, кто у нас линяет? Кто слинивает? Идем, девчонки, на прогулку мы с Милашечкой, с Персиком. У нас сейчас 9 утра, решили прогуляться. На улице такая красота, морозно, все деревья белые. Немножко сейчас полчасика походим, побродим, погуляем. Ох, классно, воздух такой хороший. Все беленькое такое. Деревья, кусты, все замороженное. Ух, морозец. Девчонки, сходили мы, нагулялись с Миланушкой. Такая красотень вокруг, сказочная. Все белое, все такое замороженное. И мы немножко подморозились. Покажу вам, что купили. Зашли в магазин, небольшие покупки сделали. Буквально здесь несколько товаров. Милашка у меня захотела чурчхелу. Взяла вот такая вот чурчхела. Здесь 5 штучек. Одна штучка 60 рублей. Так,
Еще взяла губки. Нужны были мне губки для посуды. Так, губки 59 рублей. Здесь 5 штучек. Обязательно йогурт для Захарика. Его любимый питьевой йогурт. Персиковый. Миланушка выбрала себе вот такой вот напиток. Это добрый кашалот, коктейль. Так, он, кстати, стоит 35 рублей, этот напиток. А йогурт что-то около 45 рублей, по-моему, если не ошибаюсь. Немножко лука взяла. Наш лук, к сожалению, уже закончился. Быстро мы его слопали. Лук у нас любят все и в готовом виде, и в сыром. С удовольствием лопаем с супчиком. Так что наш лук быстро закончился. Но я и высаживала не очень много лука. И взяла еще вот такой вот ролл. Там милашка захотела. Взяла ей и взяла Тимошке, Артемчику. Все, это наши все покупки были. Ну, а мы идем пить горячий чай с малинкой, с тортиком. Будем греться. Девчонки, хочу показать вам вот такой вот набор. Это набор косметических уходовых средств от компании MediPeel. Это корейская косметика. Довольно небюджетная уходовая косметика. У меня еще от MediPeel не было средств. Как бы... Я всегда жалела денег, девчонки, потому что данный бренд реально не дешевый. Если, допустим, покупать оригинал, то это довольно-таки дорого. Ну вот, доченька решила маму побаловать. Сейчас я открою и покажу, что входит в набор. Вот так вот все это дело выглядит. Здесь у нас сыворотка 30 мл, крем 50 мл, эссенция 30 мл и тонер 30 мл. Это набор, девчонки, я бы сказала, пробников, потому что 30 мл не очень большой такой объем для сыворотки, тонера и эссенции. Кремушек 50 мл, в принципе, очень хороший объем. Но я думаю, что такого объема вполне достаточно, чтобы понять, подходит вам данная косметика или нет. Это антивозрастная, девчонки, уходовая косметика с эффектом ботокса. Вчера я уже один раз воспользовалась, но, конечно, за один раз не поймешь, подходит тебе или не подходит, нравится, не нравится. Буду пользоваться, обязательно потом расскажу свои ощущения, но пока, конечно, все очень нравится. И само ощущение того, что наконец-таки у меня в моих руках, в моих вот этих вот ручонках появилась такая довольно дорогая уходовая косметика, греет мне душу.